Здорово, смертные, с вами как всегда бессмертный бог Алекс Даймон. И сегодня мы поговорим про новый Xbox, который вышел. Сегодня я снимаю на моей новой камере, пока еще не снял видео про нее, потому что нету времени, там видосы идут по очереди, много видосов, много нового появляется, то есть надо про все это снимать и каждый день по одному видео выкладывать, то есть не знаю, можно больше видео выкладывать в один день, есть смысл. Без понятия, так что сегодня мы говорим про Xbox, смотрите меня на новой камере, надеюсь, картинка хорошая, ради этого взял эту камеру, то есть надеюсь, что будет лучше, чем на смартфоне. Ну что ж, поехали. Посмотрел я новый Xbox, он в виде коробки, даже странно, то есть Xbox Series X называется, то есть, наверное, будет еще какие-то дополнения. Типа 8К и что-то, потому что там говорится, что 8К будет у этого Xbox, но вряд ли будет в играх. То есть это будет в фильме, наверное, или что-то в этом роде. У него будет обратная совместимость, то есть Xbox Original, Xbox 360, Xbox One, все игры будут идти на него. То есть вообще шикарно. У меня лично в коллекции только Xbox Original и Xbox 360, то есть новые консоли у меня еще нет, потому что мне они не нужны пока что. И, если честно, дизайн какой-то слишком простой, то есть обычный прямоугольник, то есть коробка, там, ведро квадратное, я не знаю, как ее еще. Если у PlayStation будет то же самое, только округленное, то это будет, конечно, полный капец. То есть, что это за дизайн такой непонятный, то есть Xbox, ну, обычная коробка, надеюсь, будет классные игры, то есть, и все это, то есть, все будет работать идеально. Те, у кого есть ПК, наверное, Xbox бесполезная штука, то есть нету смысла купить только PlayStation, если хотите эксклюзивы и Nintendo, и все. То есть я для себя вижу смысл взять Xbox в коллекцию, потому что я не играю на ПК, то есть у меня нету мощного ПК, то есть ноутбук мощный, но вряд ли он будет тянуть все игры там в 4К и всю эту хрень. Но Xbox можно взять, то есть, чтобы поиграть. Но если у вас есть ПК, то есть, не берите Xbox, то есть, зачем? Если у вас уже есть мощный ПК, на котором вы можете играть. А если у вас ПК только для интернета, то есть, берите Xbox, играйте. То есть, там есть игры, которые выходят только на ПК. То есть, если вы берете PlayStation 4 или 5, и там нет эксклюзива от Xbox, то есть, у вас нет ПК, то есть, есть смысл взять Xbox, играть в него, если вам нравятся эти игры. Я лично не из этих, которые спорят, кто лучше. PlayStation, Xbox, я люблю все консоли, то есть я все коллекционирую для себя. И все, то есть у меня все консоли, кроме этих последних. Даже у меня есть Nintendo Switch последняя, но пока что PlayStation и Xbox нету. То есть, мое мнение, консоль классная, дизайн довольно простой. Посмотрим, что будет, какая графика будет. То есть я знаю, что многие люди берут консоли за графики. Я лично беру из-за геймплея. То есть зависит от игры, которые на консоли есть. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, дизлайки, подпишитесь. Всем спасибо и пока.